В Бакинской высшей школе нефти прошла акция поддержки азербайджанских солдат, воюющих сейчас за освобождение оккупированных территорий Азербайджана. «Карабах наш и вновь вернется к нам. Вперед за родину, за Азербайджан». С такими лозунгами студенты вуза призывали всю азербайджанскую молодежь присоединиться к ним и поддержать доблестных сынов Азербайджана, сражающихся с врагом. Студенты высшей школы нефти выразили готовность в любой момент отправиться на фронт и воевать против врагов-оккупантов. Мы активно участвуем в социальных сетях, стараемся. Да, поскольку мы знаем английский язык, то мы пишем статусы с хэштегами «Освободите Карабах от армянских оккупантов». Хотим поддержать нашу армию, и мы тоже готовы в любой момент пойти на фронт, если потребуется. Проведением такой акции мы показываем нашу поддержку солдатам и нашу ненависть к армянам. Мы всегда с азербайджанскими солдатами и готовы в любую минуту отправиться на фронт и бороться за наши земли. В эти дни, как и всегда, очень хорошо видно единство азербайджанской нации, единство молодежи. Мы помним нашу историю, и мы всегда будем поддерживать морально и физически наших солдатов, нашу армию. И мы видим, как наши лидеры тоже поддерживают их.